Так вот, какую машину мы вам сейчас показываем? Мы вам сейчас покажем замечательную машину Renault Megane. Вначале вы посмотрели. А что вы вначале посмотрели? Вы посмотрели мои рекламные ролики. Да, господа, первые, ну это не первые мои рекламные ролики были. Ну, это из разряда первых сотен моих рекламных роликов было как раз о машине Renault. Ну, и та же машина, на которой мы сейчас едем. То есть машина, по сути, времени очень хорошо проехала. И проехал долго и красиво. И то бишь, если мы вам будем говорить сейчас о том, на чем вы будете ехать, я говорю, это ваши понты, которые вы платите за долбанный телевизор. Потому что все остальные машины имеют 5 колес, 4 управляемых и одно рулевое. Вот оно. Так все абсолютно нормально. Эта машина имеет механическую коробку. Весь полный комплект стеклопакетов. Все нормально, да еще и кондиционер есть. Что весьма интересно, учитывая особенности этой машины. И она точно так же будет ездить. При этом как бы не спалит ваше замечательное топливо. Про топливо я вам уже объяснил, да? Нифига не дешевая штука в этой жизни. Да, 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 да. То есть, в принципе, на ней можно ехать. Никаких проблем нету в любое время. Пробег 184 тысячи. Я считаю, что это не пробег для этой машины. Машина в отличном состоянии. Не говоря о том, что года есть. Ну, какая разница? Вы же должны доехать. Мало того, можете газ поставить, и это будет еще вкуснее. Конечно, ценники на бензин меня в реальности не радуют. Конечно, я бы хотел себе электротягу купить, и, конечно же, я ее рано или поздно куплю, потому что, ну, извините, или 50 рублей на 100 километров, или 800 рублей на те же практически километры. Просто не понимаю, для чего это делается. Вы что думаете, ваша машина в городе мало-то кушать, что ли? Ага, 350 раз они мало будут кушать. Ню-ню. Ну вот. Эти машины вы там же можете купить. Почему с нами не работают люди взрослые? Я не понимаю. То бишь, в принципе, программа «Автостоп», она на них была бы и рассчитана. Что мы вам показываем новую машину. Без разницы, понтами мы это дело можем рассказывать. А самое забавное, что эти понты в цене-то выросли. Помните, да? Мы еще рассказывали про 28, когда доллар был, да, потом 32, это было неплохо. А сейчас 65, 66. То бишь, господа мои, а вы, наверное, думаете, что телевидение это копеечная штука. Да нет, ребят, копеечная штука, она также поднимается в цене, потому что камера, которую держит мой брателло, она сейчас 19 тысяч баксов, если что, стоит. Нормальная цена, да, такая? В долларах, естественно. Все остальное тоже в долларах, поэтому наши ценники тоже в долларах. Также они выросли в два раза, вопрос должно быть. Но, к сожалению, они все готовы заплатить за продажу машин тому человеку, кто ее продает. Сейчас объясню, сколько человек получает. Терпите, крепитесь, господа мои, крепитесь, мой брателло. Средняя сумма заработной платы тому, кто продает эти машины, это 100 тысяч рублей. Нормально? То есть они им платят, нам платят. В итоге в программе «Автостоп» вы новых машин, естественно, не увидите. Ну, понятно, почему. В итоге, какие машины вы будете смотреть? Те, которые нам представляет центральная городская ярмарка. Очень хорошие, кстати, машины. Вот. Из разряда того, что, ну, естественно, закончится. Но, тем не менее, если вы что-то уж хотите продать реально красиво и быстро, и качественно, я бы вам посоветовал приехать на центральную городскую ярмарку.
Я сейчас ничего не буду говорить. Но да никогда в жизни. Да никогда в жизни я не ездил на таком автомобиле. Сцепление выжил. Сцепление выжил. Да. Дайте проверить газ. Вот газ, я уже понял. Да. Со второй, да? Да. Вот. О! Да. Вот со второй мы поедем. Все. Итак. Мы едем. Мы едем на том автомобиле, на котором... Да я бы хотел наверняка увидеть. Но... В мое время, ну, были такие машины, да, но это было детство, естественно. Я таких видел не так уж и много. ГАЗ-67. Машину выпустили в 43-м году. То есть эту машину восстановили для вас. Обратите внимание, это полностью восстановленный автомобиль. То, что я вам показываю, где, рядышком с тем местом, где его восстановили, это, в принципе, достаточно понятно, да? То есть, ну, можно было бы выехать, но просто зачем? Да, небольшая тряска есть, но вы же должны понимать, что это за машина. Эта машина предназначена для конкретного и серьезной эксплуатации там, где дорог, по сути, не бывало. То есть давайте вспомним года военные, да? В России-то и дорог-то не было, по сути, событий, да ведь? Но эти машины реально ездили. Ну, вы обратите внимание, какие зазоры, да? Да, ехать можно в любой ситуации, везде и всюду, и это есть удовольствие. К слову о том, что человек, который его восстановил, вот, то есть, в принципе, на этой машине можно ехать. То есть, она полностью сделана. Конечно, процедура восстановления требовала определенного времени. За 3 года. То есть, здесь он купил кузов, а все остальное добирал. Добирал. И вот этот тот самый вариант. Немножко потрясывает, но вы же должны понять, какие здесь колеса стоят. Такое все. К слову, о двигателе. Двигатель также хорошо и грамотно заводится. Я посмотрел, то есть достаточно было одного крутизны, так называемый кикстартер. Но в принципе здесь есть и стартер обыкновенный. И он завелся. То есть 3.3. 48 кабу. Да. И это тот самый низкооборотистый двигатель. Ну, конечно, 5-ступенчатой коробки здесь и не надо, потому что это же машина для чего? Это машина для войны. Да, война бывает разная. Ой. Ну, конечно, мы сделали. Дали Гитлеру кое-что. Ну, то есть полностью его колбасанули. Правильно сделали? А затем дальше, что началось? Дальше эти машины где были? В каких войнах? Ну, понятное дело, Корея. Понятное дело, Вьетнам. То есть машина ездила, ездила. И вот мне возникает вопрос, особенно к нам. То есть обратите внимание, почему мы эти дела не вот делаем? То есть сколько этих машин было? Да море. Понимаете? Море этих машин было. Почему мы их не восстанавливаем? Я не понимаю. Зачем надо бы сдавать то, что можно было восстановить и работать? То есть люди пошли... Просто сдали его за 50 рублей. Для чего? Для чего? Для чего? Объясните мне, сейчас эта машина стоит да в сотни раз дороже тех самых 500 рублей. Вот это хорошая машина. И хороший человек его восстанавливает. К сожалению, лучший человек, которого мы знали уже на том свете. А у него были изумительные машины. Но, тем не менее, вы должны понимать. Да, я восстанавливаю тоже машину, но... Вы же должны понимать, да? О сути событий. Ну, мои машины, они, конечно, более современные и уже ставшие раритетами. Я бы, конечно, тоже хотел бы такую восстановить. Эх, если бы не одна проблемка, я бы тоже это бы сделал. Потому что даже ехать вот так вот, то есть мы когда едем? То есть на улице сентябрь месяц, но по сути это уже август. То есть кое-что немножко поменялось. И... А вы часто ездили в кабриолеты? Так вот это есть кабриолет, только на базе джипа. Очень хорошая, качественная и грамотно восстановленная машина. Вот.